Оксана Поверинова – майстриня зачісок, візажист і гример. У сфері краси вже 5 років. Брала участь у показі мод в Миколаєві та Києві. Знає, як зробити ваш образ креативним та практичним. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, слухайте, ми хочемо завжди виглядати гарними. Це що, означає, що нам ходити без шапок? Нет, есть очень много креативных причесочек, чтобы украсить себя в течение осени и зимы, когда мы украшаем себя еще и головными уборами. Ну, вы нам их сегодня и покажете. Приступаем. Да, попробую я их на себе. Рассказывайте нам, комментуйте все, что вы сейчас будете делать. Смотрите, у нас наша шапочная зона, мы ее практически не трогаем, потому что она будет у нас под шапочкой. Максимум, что мы можем сделать, это придать объема в зоне, да, где больше всего идет давление шапочки на голову. А чтобы придать объем, мы можем либо пользоваться половичкой гофре прикорневой сделать, да, то есть его хватает на 2-3 дня. От моечки до моечки мы можем его спокойно использовать. Или есть специальные порошочки, пудры, да, которые тоже мы сыпем на корешочек и чуть-чуть слегка можем подчесать. Но лучше часто такими средствами не пользоваться, так как в течение зимы и осени все равно волосы повреждаются, под шапкой волосы подряжаются, волосы быстро салятся, концы быстро сушатся, поэтому мы по минимуму, да, мы используем всяких стайлингов по минимуму. Тобто оці такі рятівні колекції зимового догляду, які так сильно рекламують по телебаченню, вони не врятують ситуацію, не варто ними так набагато користуватися, правильно? Да, не должно быть очень много, только если мы куда-то действительно выходим в свет, тогда мы можем действительно применить. Что мы не используем под шапку? Мы не используем, не забиваем волос пенками, потому что пенка после шапочки мы снимаем, и волосы кажутся сальными, сбитыми. Нет, они наоборот сжимаются и смотрятся неопрятно. То есть мы используем больше сухие стайлинги. Это как порошочки прикорневые и лаки. Все различные. Главное, чтобы лаки не забивали волосы, потому что есть лаки более липкие. Опять же, мы их не используем, потому что они, опять же, придадут нам некрасивый, неопрятный вид. Ну что, какую зачистку будем делать сегодня, первую? Так как у нас достаточно длинные волосики, мы волосами должны украсить вперед. Мы одеваем пальто, мы одеваем курточки, мы одеваем шапку и хотим, чтобы волосы остались у нас у лица. Самое вообще актуальное, конечно, под шапки, это все различные плетения. Есть плетение с помощью резиночек, да, то, что мы знаем, то, что целый день продержится и не будет нам мешать. Пытаться что-то сильно где-то зафиксировать под шапкой нету смысла, потому что мы ее постоянно снимаем, одеваем, все равно это все будет идти за шапкой. Как, если волосы у нас пушатся, есть очень хороший способ, есть выгодный, но дешевый, доступный способ. Минеральная водичка наливается в бутылочку свободно, когда у вас заканчивается что-то, да, с брызгающим веществом, вы можете помыть и налить туда минеральной воды. И присутствует солевой эффект, соль, потом всякие вот эти вот содовые вещества, они вглаживают все вот эти вещи сухняными. Слушайте, я подачу с приводу порад, прикупати морську сіль, розбавляти її або морську воду, чи просто достатньо мінеральної води? Не стоит, потому что вы не знаете концентрацию, сколько вы положите этой соли, да, там уже, в принципе, рассчитано, и уже многие специалисты пользуются именно минеральной и рекомендуют минеральную воду. Скажите. Но есть специальные, конечно, солевые растворы, но они достаточно дорогие, поэтому обычным студентам можно взять минеральную водичку. Так, да? Ну что, до зачистки давайте, что мы сегодня робимо? Мы сделаем плетение, да? Мы, чтобы наперед сделать, мы сделаем рыбий хвост. Рыбий хвост, он актуален. А плетение, как всегда, всегда актуально, модно. Мы разделяем волосы на две части и перекидываем прядочку за прядочкой со стороны в сторону. Сделать я буду интенсивно. Тобто це можна зробити собі і самостійно, правильно? Наловчитися, приловчитися і робити собі зачіску на цілий день такого. И в зависимости от формы лица мы понимаем, что у каждого человека своя форма лица, и каждому человеку пойдет
с каждой девочки пойдет своя прическа, потому что если, допустим, у нас треугольное личико, да, вытянутый подбородочек, то хочется, конечно, немножечко добавить в зоне подбородочка. Поэтому мы делаем на две стороны косички. Да. Если у нас, наоборот, зона больше нашего подбородочка. Ну, а що з Тетяною? Яка в неї форма обличчя, чи підуть саме її риб'ячий хвіст? Ой, мені треба її бачити либо перед зеркалом, либо перед камерою, да, сейчас. Ну, ось дивіться. Ну, я смотрю, ну, где-то, ну, на грушку не похоже. На іграшку? На грушку. А, на грушку. На грушку не похоже. А больше, ну, грушка, переходящая в овал, можна так сказати, да? Тобто не совсем грушка. Так. Неправильно. Так, я можу вам чимось допомогти. Нет, можем до конца не доплетать. Если у нас достаточно длинные волосы, то мы вообще концы можем хорошо отпускать. И концы просто подкручивать одним движением. Так. Дальше мы начинаем растягивать нашу косичку. То есть это все в домашних условиях можно наловчиться. И не пытайтесь, опять же, как-то заглянцевать, то есть чем тобто будет распущенный. Тобто спрыщивать килограммами лаку зараз не потребно? Нет, так? Нет, чем распущенный, а все равно у вас верхняя зона под шапочкой, она будет распущенная, вы будете снимать, одевать. Минеральную водичку, бутылочку бросили себе в сумочку, пришли на работу, сняли шапочку, все это взбрызнули немножко, да, чтобы у нас мы не ловили с космоса там всякие. Послання із Марсу. Так, це те, що я ненавиджу більше за все. Ось такі, знаєте, коли торчать, отакі прийом, треба з цим боротися. Що ще красиво, якщо шапочка, ну, щось типу моєї шапочки, як у вас зараз, так. Мы выпускаем вот зоны. В основном это простригается в парикмахерских. Это все рассчитывается на прическу, да, тобто, чтобы не собирать полностью. Перш ніж придбати шапку, ще треба до перукаря сходити, щоб. Не приходжу я до перукарки, так, і кажу. Мені під шапку. А, да, під шапку ось я натяг. Ну, взагалі, от, дивіться, яка краса. Так, ну дійсно гарно виглядає. Можна більше, звісно, розпушити, то вже від желання, як вы хотите выглядеть сегодня, да, более такой воздушной, легкой, либо более сдержанной, собранной, да, то есть это уже ну, я, вы теж за цим принципом, я бачу, що ви в шляпці, але наперед теж так да. Вивели волосся. Да, так как у меня форма лица грушевидная, у меня лоб маленький, нижняя зона у меня большая, мне необходимо скрывать свои какие-то нюансы. И если, допустим, мы, ну, немножечко больше рассматриваем свое лицо, мы уже знаем, что примерно нам идет, что надо скрывать, что надо показывать. Мы должны лицо подгонять под идеал, под овальное лицо. Да? А идеал не овальное обличье? Да, овальное лицо является идеальным, так как Леонардо да Винчи когда-то у нас расписал все идеальные пропорции. Теперь мы, им, мы да, следим за этими тенденциями. Так. Ну все, практически я сделала. Так, маємо 2 хвилини з вами. Я можу сказати, що доволі швидко робиться ця зачіска. 4 хвилини і 2 риб'ячі хвоста готові. Так що ви боїтеся, що зачіска займе у вас дуже багато часу? Дівчата, це дуже швидко і дуже легко. Я так, це побачила. Треба навчитися ще їх робити. Ну, я думаю, що таку зачіску має вміти робити кожна дівчина. Ось так. І тепер ось завершуємо образ. Ось яка наша Тетяна стала ось такою. Слухай, ну класно, геть не ти. Так, це треба купувати образ. Розпушити можна слегка збризгивати наші косички. Чтобы они держались целый день, опять же, сухим лаком, чтобы не забивать волосы, его легче вымывать. Все, можно любые цветные под одежду делать круто. Резиночки, шапка боль, ну, она универсальная, очень много кому идет под лицо, да, есть прямыми, есть с разными формами, поэтому всегда можно подобрать. Сейчас шапочки такие в тренде,
Поэтому, девочки, носите. Я тепер знаю, що я біжу купувати собі шляпу. Я тепер знаю, яку зачіску робити. Дякуємо вам. Я сподіваюся, наступного разу ми зробимо ще з вами декілька варіантів. І ще є про що поговорити, є що показати. Дякую вам. Яна Повернова, майстриня зачісок, майстриня ідеальних облич і майстриня цього ранку була в нас в гостях. Дякуємо вам.